Франция – удивительная и своеобразная страна. Она известна своим вином, вежливыми жителями, гениальной литературой, изысканной кухней и самым романтичным языком. Говорить об этой стране можно бесконечно, но в этом видео мы собрали для вас 10 самых невероятных фактов, о которых вы, скорее всего, не знали. Первый факт – Франция – самая посещаемая страна в мире. По данным Всемирной туристической организации, в 2014 году здесь побывали почти 84 миллиона человек. После терактов туристический поток снизился, но даже в 2016 году Франция была самым популярным туристическим направлением. В 2017 году туристический поток вырос на 10%. Правительство Эммануэля Макрона поставило целью в 2020 году принять 100 миллионов туристов. Второй факт – Франция – самая большая страна в ЕС. Ее площадь составляет 551 тысяча квадратных километров, это почти пятая часть всей территории Европейского Союза. Четверть страны покрыта лесом, из европейских стран только в Швеции и Финляндии лесов больше, чем во Франции. Третий факт – супермаркеты во Франции не выбрасывают непроданную еду. Франция стала первой страной в мире, где супермаркетам запретили выбрасывать или уничтожать непроданную еду. Раньше здесь уничтожали 10 миллионов тонн продуктов в год, а это 16 миллиардов евро и около 15 миллиардов тонн углекислого газа. С февраля 2016 года магазины должны жертвовать излишки в продовольственные банки или благотворительные организации. Четвертый факт. Первый публичный показ фильма прошел в Париже 28 декабря 1895 года. Братья Луи и Огюст Люмьер использовали свое изобретение кинематограф для показа 10 фильмов продолжительностью 50 секунд каждый. Несмотря на то, что братья сняли множество фильмов, они назвали кинематограф изобретением без будущего. Пятый факт. Во Франции написан самый длинный роман в мире. Самый длинный роман в мире «В поисках утраченного времени» был написан французским писателем Марселем Прустом. Неудивительно, что роман находится в книге рекордов Гиннесса. 7 томов, более 3000 страниц, около 1 миллиона 300 тысяч слов и примерно 9 миллионов 600 тысяч знаков. Впервые опубликован в 1913 году. Шестой факт. Во Франции вы можете сочетаться браком с умершим человеком. Такое право для французского гражданина зафиксировано в 171 статье Гражданского кодекса страны. После свадьбы живой супруг сразу провозглашается вдовцом. Седьмой факт. Во Франции проходит крупнейшая в мире велогонка – Tour de France. Она проводится уже больше 100 лет. Начиная с 1 июля 1903 года, каждый год в июле велосипедисты проезжают 3200 км. Несколько этапов в течение 23 дней. Самый быстрый велосипедист каждого этапа надевает знаменитую желтую майку лидера. Зеленая майка достается лучшему спринтеру, а майка в красный горох – лучшему горному спринтеру. Восьмой факт. Во Франции растут самые дорогие грибы в мире. Франция – одна из немногих стран, где растут трюфели – самые дорогие и самые знаменитые грибы в мире. На этот деликатес нет постоянной цены, за него идут торги так же, как и за золото или валюту. Средняя цена составляет 600 евро за килограмм. И это с учетом земли и отходов. Созревают трюфели в зимний период. Девятый факт. Французы любят целоваться. Это делают все, кто хоть немного друг друга знает, правда только для приветствия и только в щечку. Количество поцелуев ограничивается двумя или тремя, в зависимости от места жительства. Хотя бывает, что и до 5 раз доходит, так как в разных регионах свой ритуал. Десятый факт. Франция производит 1200 различных сортов сыра. И общий объем производства этих сыров почти 1 миллиард тонн в год. Как управлять страной, если здесь видов сыра столько же, сколько и дней в году, говорил президент Франции Шарль де Голь. Это все факты, о которых мы хотели рассказать в этом видео. Напишите в комментариях, какой факт, по вашему мнению, самый удивительный и о какой стране нам снять видео в следующий раз. Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик. Спасибо за внимание и до встречи!